Всем привет, на связи Федор Васильев. В преддверии Нового года у нас обновился Gridbox до версии 2.2.6. Встречаем небольшое обновление именно горячих клавиш для нашей быстрой работы. Теперь мы можем сохраняться не только мышкой или делать какие-то действия. Теперь мы можем производить всевозможные действия горячими клавишами. Что такое горячие клавиши? Это одновременное сочетание клавиш, то есть одновременное нажатие, например, зажать кнопку Alt и нажать S. Это и есть горячие клавиши. Давайте посмотрим горячие клавиши. В режиме редактирования страницы Gridbox мы смотрим в левый нижний угол. Здесь есть иконка Help. Кликаем по ней и появляется в новой версии 2.2.6 вот такое вот поле. Кликаем по ней. И здесь мы можем видеть всевозможные настройки горячий клавиш. Пока здесь у нас ничего не переведено, но я надеюсь, в будущем здесь переведут все на русский. Но мы можем, например, что-то протестировать. Например, вызвать горячими клавишами Media Manager. Нам нужно зажать для этого Alt и M. Давайте попробуем. Это окно я закрываю. Я зажимаю Alt и английскую буковку M. И вы видите, все работает. У нас выскакивает Media Manager. Лично я не привык пользоваться горячими клавишами, но кому-то это будет очень удобно и полезно. Это еще не все. На сайте разработчика вы можете посмотреть список изменений. Добавлены горячие клавиши, понятно, и есть некие исправления. Также обратите внимание, что обновилась у нас и галерея. Здесь вы можете видеть улучшения и исправления. Также компонент Forms также был обновлен, и вы видите всевозможные здесь исправления. Спасибо команде разработчиков Gridbox. Спасибо то, что вы нам подарили такой замечательный инструмент, как Gridbox. С наступающим вас Новым годом! Желаю вам творческих успехов и побольше новых интересных плюшек для Gridbox и других ваших расширений. Также хочу поздравить с наступающим Новым годом своих подписчиков, зрителей. Желаю вам счастья, здоровья, творческих успехов. Кого Gridbox заинтересовал и вы хотите изучить его более детально, для вас я приготовил пошаговый обучающий видеокурс для начинающих. Ссылку вы сможете найти в описании под этим видео. Сейчас как раз действует скидка новогодняя в 30%. Поторопитесь, у вас осталось всего несколько дней, если эта тема вам интересна. На этом данное видео я заканчиваю и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.